Окей, все, я Роль записываю. какой? А я кинул всю инфу в чат. А, все, я вижу. Тренеру. У меня стол сломался, кстати. Сейчас принскрин скину. Как это фиксить? А, у тебя стол сломал. Это нужно перезагрузить стол медбою. Перезагрузить стол. Пожалуйста. Это у всех он сломался. Да. Понял. Ну, сейчас нормально. Да, куда тут... Распределиться по местам надо. Да. Ну, я свой слот занял уже. Сейчас. А я не понял, куда ты кинул. Аналогично. Я красный. Ой, пароль просто. А? Пароль. Поспектр. Ну, окей, ладно. Пароль 100. В смысле, в цифрами. Просто ты сказал, что кинул, я не понял, типа, куда. Я кинул в чат, в котором мы сидели, когда разбирались, когда будем. А, у вас там свой. Блин, я забыл. Было легче договариваться. Ну, я замучусь просто, так что ничего нет. Таким образом, блин, я забыл, я хочу. А, все, нашел, по-моему. Вы создали? Да, мы уже создали. Серафим, дайте Серафиму черному, пусть он включит демонстрацию экрана, пожалуйста. Серафим? Да, в таком случае мы можем подсматривать, это неправда. Да, да, они могут подсматривать, я думаю. Ну так вы не будете же подсматривать? Да ну это чудо как-то... Ну пусть каждый говорит за себя, если у меня будет возможность, я бы воспользовался. Если будете, да. Потому что это лишнее преимущество. Да, я тоже бы воспользовался. Такой Серафим услышит, если кто-то на стрим зайдет. Не, я не буду сидеть, типа, мониторить за вас это. Так что не надо лучше. Мне серого, в принципе, даже будет достаточно, чтобы я не... вы мой курсор не видели даже. Да, по идее, даже черного. Если черного давать, то пускай он всю игру молчит. Ну да. И... сидит, да, даже реакция. Да, да, да. Дело-то не в этом. Просто странный вышел, там присоединился к стриму, да и все. И подсмотрел все на свете. Ну да. Анчанс, ты где? Да у меня что-то стол не находится. Он, ну, через мой ник еще. Не вижу, сейчас обновлю. Битбой, ты записываешь, да? Да, я сейчас записываю. Записываю же. Так, вот, теперь да, записываю. Пост. У меня нормально микро работает, слышно? Не прерываюсь, ничего? Да, слышно. Отлично, все. Нормально. Так, я желтенький, лично. Ну, где кубик? Так, отлично. Так, вначале потерянная душа, она уходит из колоды. Теперь, да, бросаем кубик. Желтый первым выбирает, какой предмет банится, какой персонаж банится. Я могу это сделать. Так. Да, я забаню тень, которая Shadow. Угу. И... А персонаж? И Бамба. Как там Бамба? Просто удалить
эту штуку или как? N, чтобы открепить delete. Unlock он кнопочка, и потом delete можно нажать. А где здесь кнопочка? Кнопочку L. Зеленая. Зеленый unlock. Вот. А. И потом можно просто void скинуть. А, delete с левой части стола. Дай мне промоут, пожалуйста. Да, кому? Да. Хотя всем можно. Можешь уже не давать, ладно, уже не важно. Ну, так, теперь моя очередь, я забаню, пожалуй, мамины тени и забаню Гаппи. Так. Давайте тогда я забаню Самсона. И сейчас я найду предмет, который забанил в вещах. А Гапи в бане, да? И лопат. Да-да-да. Да, найди, пожалуйста, сам. Самсон, да. Так. А, вот Самсон. Блин, я забыл, пинговать. Какая команда нужна, чтобы... вот смотрите, она у меня есть, все нормально. Окей, все нормально. Это мой бан. Хорошо, и сейчас мой бан, да? Да. Да. Кто тут у нас остался? Темный удай забытый. Как на его шутил, можешь Идена забанить. Я забаню забытого. Так, он unlocked. И скидываю void. И уничтожу я, наверное, план С. Хотя не, pay to play лучше. Так, теперь, как там? Старт просто. А, рандомайз ол. Ой, не ми, блядь, ол. Окей, нажимайте. Так, сейчас бы вспомнить, кто что делает еще. Ой, божечки. Ну, у меня автопик. Тут не поделаешь ничего. А, да, вначале мы делаем это по очереди. Так что вначале выбирает... А, сначала желтый. Должен желтый выбирать. Да. Он первый. Ну, раз так, то у меня другого выбора нету. Ну, вообще, Ева сильнее, мне кажется. Ну, ладно. У меня лошадь еще. Лилиты у меня не очень желание большое играть за Еву. Лазарь или... Особенно с Кайном в игре. Ну да, с Кайном в игре, да, согласен. Кайном и Лилит. Сложно. Я возьму Лазаря. Так, и вроде бы начинает... Персонажа разрежите. Да-да-да. Разрядите. Ходит желтый, но то, что я Каин, я первый. Ходит желтый. А, ты первый ходишь, ты первый ходишь. Да, я Каин. Окей, вроде бы красный игрок должен стартовать. Ну, там без разницы уже хоть кто. Угу. Стартует так. У нас Каин первый. Начало хода, перед тем, как я ищу, тяну карту, я нажимаю локус руку и смотрю, что тут лежит. Сразу я себе оставил ту, которую я в начале хода тяну. Угу. Блин. Хороший стол для начала. Можно черный цвет? Я буду так же мути сидеть. Черный не, ну, не стоит. Если... Не доверяйте. Первые карты. Я бросаю бомбу. Может, никто вроде не стримит. А, да? Да. Понимаю. Мы так... ничего ответить пока что не можем. Ну, у вас обилки есть? Ну, могла Лилит ответить. Это все. Пока еще подожди. Ну, иду на жару. Бросаю кубик. А три добычи взять не хочешь? А, ну давайте возьму. В ответ на... Не надо было говорить об этом, но ладно. Да, не надо было мне подсказывать. Я... Не подсказывай, и врагам лучше. В ответ на бросок удачно я играю силу. Я отменяю.
Но отменяешь эту атаку, соответственно... Да, я отменяю атаку, сила остается. Так, 3, 2 хп. 6. Умираю. А, да? У нас, похоже, тоже игра в 20 минут будет. Не-не, мне кажется, сейчас мне пиздец после этого будет. Так, что-нибудь еще будешь делать? Да, я, наверное, куплю сгибатель, ножку. Угу. А магнит. А, пром... Ой, раздать ходы, чтобы я закончил. О, да. В конце твоего хода, синий, покажи руку свою. Тебе это желательно было сделать до этого всего. Да, я только ему и ждал. Ну, в принципе, на, в ответ как на это... Как это просматривать-то? А, Shift-Alt. А, Shift-Alt. Угу. Лучше так, бы я... ты синего взял, ей-богу. Я возьму, пожалуй, вот это, а тебе отдам. Только что-нибудь хорошее. Вот это. Очень а, круто. Размечтался. Ладно, это было на завершение хода моего. Так, я разыгрываю, в смысле, перезаряюсь, беру карту лута. Так, первым делом я разыграю звезды. Беру карту сверху. Нить выпертые, конечно. Ага, понял. Понимаю. Пойду на Святого Плаксу. Три. Бил. Получаю 3 цента. И еще 3 цента от этого Мидаса. От Мидаса, да. Стивен. Ага. И ты должен еще раз атаковать колоду. По сути, два раза атаковать колоду, поскольку я не атаковал. Ну да, я начну с атаки колоды. Лобин. Когда он умирает со сейф игрока, сбросит 2 карты дабыч. Окей. Играем. 6. У него 1. 1 хп осталось. 4. Он умирает. Я получаю 2 добычи и заставляю игрока сбросить. Сбрасывает. Я заставляю синего сбросить 2 карты добычи. Да, даже озвучивать, в принципе, не нужно. Так, я беру 2 лута. Уходит этот чувак в сброс. И у меня еще одна атака от засады. Обязательно. Да. Потом у меня еще одна необязательная от Плакса. 4. Я получаю 1 добычу. Угу. Так, далее. У меня есть одна необязательная атака. Кстати, да, 3 цента от Глобина, поскольку у меня Мидас. И еще одна дополнительная атака. Я пойду на... Я пойду на сосальщика. 5. Он умирает. Все получают 1 урон. Я получаю 3 цента. Он сбрасывается, я получаю 1 лут. О. Бросаю на сундук. 6. Получи 7 центов. У меня 22. Сундук сбрасывается. Липер. Так. Второй картой я разыграю дайм. Получаю душу чревоугодия. Да. Алчности ты перепутал. Ой, алчности, да. Стоп, секунду. Да, секунду. Дайте подумать еще. Есть шанс. Да, я так делаю. У меня 32 цента. Я получаю душу алчности. И я также покупаю предмет сверху. А Мидас ты как получил? Я получил от него от звезд. Моя первая карта. А, все, извини. Моим дускалтер, окей.
И на этом я заканчиваю ход. Так, окей. Роллут. Угу. Так. Зеленый, покажи, пожалуйста, руку. Наверное, я возьму у тебя вот это и отдам тебе. Вот это. Нападу на скакуна. Один урон на нем. Один хп. Блин. Что за фигня? У меня лаги или я не могу тупо на кнопку нажать? Я нажал, зачем? Четыре. А, он умирает. Умирает. Я получаю 3 цента от Мидаса. Да, я получаю 5. Так. Первой картой сыграю пятачок и куплю рандом. Угу. Окей. Так, и, наверное, на этом передам ход. Я перезаряжаюсь. Уберу карту лута. Я заявляю об атаке. Лид, ты делаешь что-нибудь? Атакуй. Атакую Стивена. 3. У него 3 хп. 2. Ты получаешь 2 урона и... я отменяю атаку. Угу. Я атакую заново. 6. Ты заканчиваешь. Перед этим я использую батарейку, перезаряжаю и еще раз использую повелителя. Окей. Что-нибудь еще делаешь? Опа, у меня так, есть коннект. И вот это я не понял только что было. Сейчас сервер упал. А, сервер? Это странно. Переигровка. Все там отпали. Да, нужна переигровка. А разве он нигде не сохранен? Если ты не включил... У тебя могут быть автосейвы, но если так, то нет. Да, по идее... Проверь сейчас. По умолчанию ты должен сам сейвы делать. Ну, мы можем, если что, у вас создать игру. Там, в принципе... Сейчас я проверю. По умолчанию там сейвов нет автоматических. У меня... Там есть. Ну, у меня есть автоматически, но он, видимо, не до конца пока что. Он... Ну, загрузи. Давай, ну, короче, можно проиграть эти моменты. Да, проиграем. Так. Я восстанавливаюсь. Те же самые действия надо делать. Ну, можно просто то, что это убит. Это мое. Получается 5 монет. А, бля, аккаунты сломались. И вообще игра сломалась. Сломалась? Ну, у меня вот эти нолики теперь, блядь. И с ними ничего не сделаешь, по идее. Давай попробуем все, чтобы... Перезагрузить стол. Да, я перезагружу стол. Заходите снова в комнату. Так, я желтенький. Какие нули здоровые. Мой ход еще не наступал, по тому, что я вижу. К
Окей. Да. О, если ты чё, это даже не начало хода желтым вроде. Да, там улит нету. Да, да. Код медбоя закончился. Да. И у меня была куплена вот эта штука. Я, по-моему, следующую покупал, да? Да, ты покупал следующую. У тебя была вот эта карта, ты мне давал другую. У тебя было 8 голды, то, что ты скакуна убил, и ты что-то еще сыграл. Я сыграл... Подожди, что 5 сыграл? Центов. Я 5 центов сыграл, по-моему, я тебе передал вот это. Да. И у меня должен быть, по-моему, еще один лут, не? Заход-то. Ты же украл у него что-то. За... Ты разыграл 5 центов, да, у тебя должна быть еще одна карта лута, наверное, та, которая сверху. Ну, давайте проверим. Да, это она. Окей, хорошо. Значит, следующая моя должна быть. Да. Угу. Так, я свой ход передавал. Ты снес 2 хп Стивену и выкинул... Одно хп. Он один раз успешно проатаковал. Да, у меня... Двойка, третий раз шестерка. Батарейка использована, повелитель использован. Ну, атакую дальше. Стивена. Угу. Так, у Стивена 2 хп. О, ты снова заканчиваешь ход. Понимаю. Перед этим я за персонажа использую вас, сбрасываю всех монстров. Которые не... Ход уже закончился. Ладно, тогда перефразирую. Мой ход заканчивается, и в ответ на окончание хода все хорошо сбрасываются. Только тебе надо сначала сразу ой, смерть. Прошу прощения. Потом... Это не смерть, прошу прощения. Я это, подвигал... не смерть, это не смерть. Да, я подвигал карты, тебе все еще нужно выдвинуть всех этих монстров и разложить все новые карты. И это делает... Зевак. Это все да, еще активный ход красного. Ой, так, это не то. Сюда, это сюда. Так, тебе сундук. Проклятие рук. И да, ты разыгрываешь сундук и разыгрываешь кому отдать проклятие. Окей. Проклятие рук сюда. Опа, сундук. Какие-то лаги у мирбоя. Да, mm-hmm. От мидбоя лаги идут. Так, только я сейчас не сильно понял. Ты расплатился штраф? Я не умер. Я не умер. Да, да, сори. Двойка, я получил один урон. Но я все равно не умер. Сундук. Еще сундук разыгрываю. 6. Беру 3 добычи. Блин, мидбой надо что-то с интернетом делать, походу. Блин, просто это 3 добычи. Много людей. Всегда в таких мечтах. Ход синего наступил. А, ходы надо же включить. Да. Окей. Okay. Нет, сейчас я ходы есть. Карту. Да, сейчас у меня ходы. За начало хода я тяну карту. Ну и за ловкость рук на колоду монстров. Так, ну и... Книга заряжена. Да. Первая карта я разыграю 4 цента. И завершу ход. Перезаряжаюсь. Карта лута. Так, первым делом я покупаю предмет. Так,
Высаживай, не слышу. Да 100. Я лично никак не могу поменять, помешать. Ну, вроде бы ты бы мог использовать рукава. Ты бы мог атаковать его, заставить, и он бы не купил ничего. Да. Я использую ну... Д100. Один. Получай один лут. Беру карту лута. Угу. Лид, тебе, если что, не обязательно будет заставлять его атаковать самого сложного моба, потому что у него проклятие. Я знаю. Так, пожалуй... Я хочу атаковать. Дай-ка подумать немножко. Блин, синий же видел, что там на топ-деке. Я предлагаю ему паука бить. У него сколько лута? 8. А есть шанс, что он еще одну душу получит? Ну... Есть. Смотря, что у него в руке, у него еще одна карта. Но мне кажется, если бы у него был мешок, он уже бы его разыграл. А что на топ-деке, Кай? Если ты заставишь паука бить, тогда да, он получит. Паука-то понятно, что нет. От этого он может умереть. Этого тоже может умереть. Ну, больше шансов. А топ-дек? Самый оптимальный вариант. Что с топ-деком? Ну, увидим, если паука победишь. Да, увидим. Сейчас он убьет паука, я увидим, надеюсь. Если он от него умрет, конечно, будет печально. Итак. Ладно, нападай на паучка. Хорошо, я атакую паука. 6. Он получает один урон, и я получаю одну карту лута. Он умирает. Ой, пардон, я не должен был этого делать. Так, дальше. А, да, да, прошу прощения. Да, я забываю иногда. А, стана, понимаю. Хорошо, первой картой я хочу разыграть мир. Видимо, ответов нет, поэтому жду, да, показа карт. Блять, эти лаги, это, конечно, мое почтение. Так, так, хорошо. И я беру две карты лута. У меня душа чего угодно. А, и я получаю, кстати, 3 цента за паука. Второй картой я разыграю солнце. Ну, вообще, это как бы забытый эффект, то, что ты уже разыграл карту. Ладно, хорошо, я не получаю 3 цента, потому что я забыл про этот эффект. Второй карты разыгрываю солнце. Она уходит вниз колоды. У меня ход заканчивается, поэтому я сбрасываю до 2 карт. Так, мой ход начинается. Я беру карту лута. Первый карт лута я использую суд на на синем. Я разыгрываю до 100 на себе. 3. Я получаю 3 цента. Я покупаю предмет сверху. Понимаю. Слушай, а никто не помнит, я был развернут или повернут? Ты, я не помню, по-моему, что я сыграл 5 центов как минимум за свой ход. Больше я ничего не помню. Я тоже тут подсказать не могу. 5 центов я играл и, по-моему, больше ничего. Так, я заплатил. Деньги я не играл, потому что я убил там Липера. Денежного этого придурка. Сыграл пятак и купил предмет. Почему ты повел? И больше я ничего не играл. Сокровище, звезда не мое, сила не моя, золотая бомба не моя.
Получается, должен быть развернут. Окей. Я атакую топ-дек. Ну, давай. Ответов нет. Дэдди Лонгуэс, окей. 6. У него 3 хп. 4. У него 2 хп. 2. Я получаю 1 урон. 6. 1 хп. 5. Думаю, в ответ на это я играю кубик перебрось. Хорошо. 3. В ответ на это я разыгрываю пилюлю и бросаю кубик. Как интересно. 1. Перерою один из своих предметов. Я реролю зуб монстра. Так, я хочу использовать мистер Бум на Дэдди Лонглэкс. Я в ответ хочу шута. Хорошо, Сидеть. Я таким образом заканчиваю ход, не умираю. И заканчиваю ход, да. Так. Так. Красный, я, по-моему, у тебя что-то интересненькое видел. Можешь руку показать? Пока он еще руку не показал, ты думаешь, ладно, уже не важно. Одна последняя карта интересная, может, чем-то осталось. Может, нет. Угу. Интересного нашел. Может, что-то есть. Что-то есть. Как тебе три последние карты? Я, кстати, за один добор взял. Какие ты последними называешь? Вот эти, которые ты смотришь сейчас. Mm. Уважаю. С того самого сундука. Давай возьму это. Дай хоть что-нибудь нормальное. Ну вот это, я думаю, нормальное. А, да, понимаю. Так. Сыграю колесо фортуны. Вдруг чё? 2. Хорош. Подожди, за... Наверное, карма. Слушай, я могу тебя прибавить, ты получишь 3 добычи. Но... Не надо этого делать. Почему не надо? Надо? У него книжка будет заряжена. Ну, будет, но... Думаю... Ты же синий же говорит, да? Да. Ну подожди, я пока подумаю. Ну на тебя 100 пудов не буду вставлять атаковать. Ну, я на такое не сильно верю. Мне надо, чтобы ты прямо сейчас что-нибудь сделал. Но я не знаю, что правда. Денег Быстро. Маловато. Ладно, ты умираешь. Так, Окей. Стоп. Мне нужно подумать. Да, я думаю, ты умираешь. Окей. Так, тогда второй картой я сыграю вот это. Угу. Это же их сброшу. Это сюда. Монетка. Так, что еще? Лут. Перезаряжаюсь, беру карту за начало хода. И у меня есть опции.
Ладно, поехали, Йола, на папочку «Длинные ноги». Окей. Один. В ответ на это я разыгрываю комок шерсти первой картой и кидаю на него. Хорошо. Это 5, ты получаешь урон. Я получаю урон. Также все монстры получают плюс 1 к кубику до конца хода. 6. У бабочки 3. У него 3. 3. Ты получаешь сейчас 2 урон. Я использую повелителя. У тебя 1 хп, ты от гарпии не спасен. Ну да. Тут без разницы. Ладно, я использую 3 цента. Я заканчиваю ход. Это 2 карта лута за ход. Единственное, и смотрю ловкость рук и добычу. Одну оставляю сразу себе. Первая карта, играю Еру. Которую я уже видел. Ладно, пойду на топ-дек. Объявляю, что я на топ-деке. Окей, у нас нет эффектов, которые могут себя остановить. Ага, ладно. Так, 3, 5 хп. Два. Это тройка. 4 хп. Шесть, 3 хп. Три, 2 хп. Один. Не повезло. А, вторую карту я тогда играю 4 цента. Угу. Себе прибавлю 1 за смерть, я поскидываю за смерть. И тоже для шахмат. Окей. Перезаряжаюсь. Беру карту лута. Так. Играю на D100. 4. Получи 4 цента. Покупаю предмет сверху. Кстати, ты умер, поэтому у тебя деактивен персонаж у Кайна. Да, и вторую карту сыграю. О. Окей, у меня 2 цента. Я пойду на Лэмбо. 5. У него 5 хп. Кстати, у меня, да, 4 хп. Я использую Мамбу Бюскалси, предотвращаю себе урон до единицы. В ответ на это я использую D20 и уничтожаю уничтожаю бюстгальтер. Заменяю на новый. Нет. Окей. Так, я использую мистера Бума на паука скакуна. Получаю 2 лута. Святой Вызгун. И я также получаю с него 5 центов, поскольку у меня прикосновение Мидаса. 3, не 5. Ну, он имеет в виду, что у него 5 будет. Он просто оговорился. Да-да-да. Так. И я умираю. Я
использую свою... Я использую... Так, я использую свою первую карту, заряженной пени, перезаряжаю D20 и уничтожаю... Скажите пароль, пожалуйста. 100. Фак. Пароль 100. А, все, спасибо. Уничтожаю... Фак, ми... Уничтожу руководство по монстрам. Окей. Угу. Второй картой я разыграю смерть на желтом. Вообще сдурел. Нашел, конечно, кого душить. Так, и я умираю. Я сбрасываю один цент. Я сбрасываю проклятие. Я сбрасываю карту. И я сбрасываю предмет, я сбрасываю его. Кстати, нет, деактивирован. Я сброшу прикосновение Мидаса и возьму сокровище. Ага, и заканчиваю ход. Ну, делать нечего. Схожу на Лэмбо. Можешь передать ему. Ладно. 6. У тебя инкуб еще есть, если что. 5. Ну, да. Спасибо, я помню. 3. 4 хп. 4. А, у него, видать, опять нули большие. Что-что? Да, он... там, да. Чатики там спрашивают, все нормально со столом. Так. Мне придется потерпеть, это надо перезапускать стол. 6, это 3 хп. 1. 1. Так. Так. Синий, покажи, пожалуйста, руку. Синий, ты говоришь? Синий. Да, сейчас, сорян, я отобнулся просто. Подожди, ты уверен, что у меня хороших карт нету, я тебе сразу скажу. Я бы лучше по зеленому посмотрел. Я бы тоже, наверное, про зеленого сказал. Я тебе, мне врать тебе незачем. У меня хороших карт нет. Блин, у красного тоже вроде бы хороших карт нет. Ну, у красного душ нет. И все мои карты знаешь. Зеленого интересно, что осталось в руке. Ну, давай посмотрим, ладно, зеленый. Так, что там, шифтальт, говорят. Не буду, наверное, менять. Забирай. Умираю. Я перезаряжаюсь за начало хода. Беру карту лута. Использую первую карту лута, это 3 цента. У меня 9. Использую вторую карту лута, у меня 12. Да. Покупаю топ-дек. У меня
меня две монеты. Атакую Агнца. Стоп. А, ну хорошо, это бросок. Так, 6. А, да, у него 5 хп. Да. 1. Я отменяю повелителем преисподней. Угу. Такую еще раз. 3, 4 хп. 2. Отменяю Библию и заканчиваю ход. Так, начинается мой ход. А ты ж после Библии ты не можешь нападать, да? Да, А после Библии нельзя атаковать. Да, нельзя. Я смотрю добычу, ой, бля, рукой добычу, и еще не беру карту. Мешай мидбою самое плохое, что там есть. Ну, этим я и занимаюсь. Так, это я взял за начало хода. Сейчас, если я пойду на Агнца и его не убью, это сделает мидбой и закончит игру. Ну, да? Первый раз я не смог его убить, так что смотри. Ну, первый раз у тебя и шансы были хорошие, просто не повезло, конечно. Ну, у тебя и сейчас на... шансы тоже очень хорошие. Ты можешь его накрыть и слиться так-то. Да, я могу накрыть и слиться. Но я не знаю, что там сверху, может, я это легко убью. Надо было руку на колоду использовать. А Азазель надо было тебе. Ну, не, в принципе. Ну, да, у меня вариантов, кроме как Агнец атаковать, не было. Можно ну, было попробовать колоду. К тому, что ты бы мог оставить, чтобы... Я просто не сказал тебе почему-то. Надо было, чтобы ты поставил повелителя, чтобы но я это пошел... Это нужно было, чтобы ты мне предложил это. Ну да, это я виноват сам, конечно. Теперь, конечно. С другой стороны, ты его убьешь, сразу станешь... Угроза. Не, у меня ничтожный шанс. Просто если у это... У тебя есть вариант накрыть его? Или надеяться, что мидбой его просто не убьет? Надеяться, что он не убьет. У него D100, который ему может либо... Ну, на шестерку дать атаку, это будет. Да, у него будет... У него нет, будет активный. У него есть D20, который он что-то сможет поменять. У него есть договор, ну договор только если воровать Библию разряженную, ну зачем это делать? Библия разряжена, смысла нет. Да, я и говорю. Мне бы, конечно, очень в себя хотелось верить, что я попробую убить Агнца сам. Ну, пока ни у кого не получилось. Он здесь кто, отмут ухал. 6 раз 3 плюс. Он помешать никак не сможет. У меня все... Я никого не убил. Ну чё, парни, давайте тогда. Сейчас от меня игра зависит, получается. Либо я... Пошлите, попробую убить. Если нет, то игра закончится на следующем ходу. Либо выиграет. Ура! Игра с клём душ! Ура! Да, ура! Ну а что ты делаешь? Так, ребята, давайте договоримся. Мидбой выигрывает, и мы получаем по 3 души. Все согласны? К сожалению, запись останется, поэтому мы не сможем... А записи никто не узнает. Запись может... Вырежем. Запись может пропасть. Или знаешь, она сейчас прямо сейчас прерывается, а потом включается, когда у нас по 3 души, а ты выиграл, да? Не. Короче, делай, что нужно. Да, я знаешь, пошутил. Угу. Ладно. Бля. Давайте, короче, я кину кубик не на него, а просто идти мне на него или нет, я не знаю, просто это все туда шлится. Если больше 3, я на него пойду. Ну, больше 3, да, получается? Ну, как правило, больше. Не, я имею в виду то, что это значит, я не пойду на него. Ты ладно, можешь... давай, сыграем на Верочку, я пойду на тубек. Посмотрим, что там, ползу. Ну, я от него склеиться, в принципе, могу. Он также носит справа. И сейчас 6. 5. Да камон. Ты кинь на комок, хотя особо незачем, но кинь на себя. Так этот монстр наносит урон. Да, он наносит, я не получил урон. Да, но ты бы его предотвратил. Да, короче, он наносит урон, когда
Да, ты его убиваешь, так что не нужно. Это предотвращение остается на следующий комок, все. Два лута. Два лута беру. Два лута. А ты еще не играл. Не разыграл лут. Я знаю, да. Не разыграл. Блять, что я сделал? Ебать. Ладно. Я как бы эти взял, карты, я их видел, но перед тем, как их взять, я сыграю луну. И как бы я вот эти две взял и еще плюс три возьму. А, окей, хорошо. Это нормально, еще это нормально. Ну, это да, более-менее. Только их как-то... Это более-менее, потому что... Пирожок, я, кажется, с нулем души летаю. Я так понял, вот эти вот пять, как да? Тебе? Да, да, вот эти два слева, это мои карты. Угу. Так, можно стать... я хочу следить за выбором. Подмешиваю и себе две оставляю, потому что... Ищи по медбою пароль 100. Только серым будешь. Нет, хорошо, нет, хорошо. Одну из них ты, по сути... Нет, ты четыре отправляешь на дно, одну берешь, и потом еще одну берешь. Да-да. Да. А почему он берет? Ну, потому что от... Потому что он за ползуна получает две добычи. А, да-да-да. Он в ответ на смерть ползуна использовал луну. Это под низ идет? Про это какой? Да, и сейчас одну сверху еще беру. Мидбой, какой пароль? 100. А. С цифрами. 100. Ну. Давайте вторую карту. Я, короче, понадеюсь на какой-нибудь ивент. Одну святого Брузга. Окей. Так, один цент получаю. Бля, у меня кто-то, сука. Большой цент, ладно, пофиг. Ну, все, сиди так. Стол перезагружать не будем. Ну да, естественно. Один. Нет, там это, блин, ну давай ладно, не будет. А что с Лазарем вообще? Окей. Ну, повезло Лазарю на первый ход. Я даже не там умирал. Там Хэрол. Да, ты ни разу не умирал. Я играю D100. Один. Это один лут. Там просто очень хайрольный старт был. Да, у меня хотел, а потом у зеленых. Да и дайма. Договор. Как бы это уже должно договор. Говорить о чем-то. Нужен ли мне договор? Кстати, парни, смотреть во время игры серчить нельзя колоду сброс. Потому что у меня был случай, когда ивент лопаты был, и по сути можно когда угодно серчить, если то можно посмотреть, на кого каких монстров достал человек. То есть, и мы сошлись на мнение, что нельзя серчить карту. Это лут. Она не имеет смысла, потому что не к лопате. Окей, я иду на лэмбо. Понимаю. Ура, да, ура. Да, ура, да, играть D2, чем один ход. Я использую D20 на... Нет. Сказал А, говори Б. Я использую... Сложно. Дайте убить Ламбо, пожалуйста. Ай. Че Ламбо? Так, во-первых, я разыграю 2 цента и 3 цента. То есть у меня будет 8 есть. Центов. Ну да, после смерти ты 8, если ты умираешь. И, соответственно, я скину... Ну, так, пока что не буду скидывать. Так, я разыграю D20 на договоре. Я увеличиваю это до 4. Тогда у меня все еще 9 центов. Я еще не умираю. Продолжаем. КП. Разрежен. Все. Умер. Да, я умираю, я деактивируюсь, теряю 1 цент и сбрасываю... А, почему все такое хорошее? Нет? Я сброшу... Смотри на наш лут. Окей. О боже! О боже. Ну сейчас надо, парни, доброе дело сделать и закройте ламбо. Желательно ЗЗ, чтобы это сделал.
Зря ты бомбу выкинул, блин. Сейчас бы додушил уроном. Ну, я говорю, я понадеялся. Я просто бы скинул Абадон и взял бы что-то другое. Или не скинул бы Абадон. Блин, я хочу Ламбу сам убить. Но надо его закрывать. Лучше пускай тогда Азазель это сделает, но он может отказаться, поэтому... Ну, понимаю, оплата. Хочу плату. Плата? Ну, ты не с нулю, не с нуля душ закончишь игру. Уверен? Достойная плата? Я вот в этом не уверен. Так, ладно, да, давайте я... Синий, покажи свою руку. Я не уверен, что буду у тебя что-то брать. Нет. Но... А, ну, в принципе, тебе и смотреть не... Ну, у меня ничего хорошего нету, считаю. Я не уверен, что буду брать, на самом деле, но... Я тебе окей, не брал. Оставляй. Хочешь мою ручку посмотреть? Покажи уже бесплатно. Уже поздно. А, у тебя тоже там церковь? Это легально? На, смотри бесплатно. А можно мне тоже посмотреть бесплатно? Смотри. А, ну, да. Я должен был помнить это. Ладно. Ну вот, вот или... Давайте, я не буду накрывать Лэмбо, наверное, я на него нападу, все-таки. Окей. Давай. Может, получится. Бля, этот Лэмб все портит. Да уж. Просто на месте. На месте топчемся просто. 6-4 хп. 4 хп. А, и сейчас Лилит его убивает. Ну, я буду не против, на самом деле. А я против. Не, ну я как бы против, но... Ну, я у тебя душу тащу. Да, в смысле? А можно мне так, пожалуйста? Одно хп. Бля, мне не повезло два раза. А, тебе не повезло два раза? Ну, на двух кубиках. Дай мне душу. Да, что сделаешь? Так. Три цента. Мне вначале захайролило, теперь я, наверное, всю игру теперь буду сосать билибагу, блядь. Мне сначала вообще не везет. Ну, сейчас эта игра теперь будет дольше идти, чем я думал. Я беру карту за да начало. Да блин, вы вот этим думаете, что игра будет долго идти, вы чё? Да, я не знаю. Я надеялся, что... Я атакую папочку длинные ноги. Хороший один. Выбор. Я использую повелителя преисподней. Стой. Что? Я думаю, что я могу тебе помочь с этим. Если ты, конечно, ну, не хочешь прерывать атаку. Я напоминаю, что под ним сатана. А, под ним. Но я все равно хочу его. Это варианты, как убивать медвое. Ну сейчас, кроме шуток, надо, блядь, 3x1 играть. Ну да. Смотри, короче, сейчас у тебя один, он будет 5+, ты пойми. Он будет 5+, я не хочу этого. Поэтому если... он использует ладу цепи сейчас. Ну, ты можешь его использовать на каком-нибудь другом. На синем, например. А я тебе могу сейчас, типа, перебросить. Ну, ты просто... Если меня перебросишь, я не буду использовать повелителя сейчас. Ты можешь просто перебросить тогда кубик. Окей, да, перебрасывай. Ты бы мог просто использовать тогда переброс на ком-то из нас, например. Три. И я использую первую карту заход. Это 4, и у него 2 хп. 2 хп. Сейчас один. Ты сейчас получаешь один. Я использую повелителя. Давай еще одну единичку, и можно, в принципе, радоваться. 4. Это 4, я убил его. Угу. Подожди, а ты ж кидал один. Он, я перебросил все единицы. У меня 9 центов. Я использую вторую карту лута за ход. А, ты не понял, почему у него не 5 плюс? Он отменил атаку, броска не было. Считай, единицы не было. У меня одна монета. Ну, Лилит, я не буду на тебя использовать страницу. На меня за можно. То, что ты помог мне. Заодно можно и на меня тоже не будет. Посмотрим на поведение. Давайте думать, ну, как ладно, я буду тебя очень хорошо вести. Давайте да, посмотрим. Я могу тебе сказать, что тут лежит, если ты не будешь на меня использовать. Подожди, ты это... Ты... На самом деле, я вот думаю, я тебе предлагаю... хочешь ли ты прямо сейчас атаковать, смотреть колоду монстров? Ну вот просто если медвой заявит атаку,
На колоду я монстров карты, именно. Я карты за начало хода не брал, если что. Смотри, ты, я тебе просто предлагаю типа использовать на лут и поискать там урон. И зарядить в лазере, например. Хотя он, конечно, просто реролит там. Это сейчас не такой опасный. Ну, если он, конечно, сатану не убьет. Не такой опасный. Ну, сатану, если что, я могу накрыть сейчас и умереть. У него 4 атаки, он с 2 ударов его. Ну, я понимаю. Плюс подкрутка, него, плюс еще атака. У него, смотри, атака, сколько, может, у него 4 лута. Атаки, он опасен все равно. Плюс еще один урон на халяву и, возможно, с дэто. Ну, не знаю, не знаю. Тупо одним броском он может. Правда, это не выигранная игра автоматически, но будет еще тяжелее. Я хуй знаю. Ему, в принципе, сейчас тяжело, потому что есть страница. Пускай он сатану убьет. Страница без... слишком много не даст, все равно. Ну, слушай, у него 4 плюса. Вот, вот это много даст. Четверку будет. Я просто напомню, что он может меня просто убить, и мне придется терять комок шерсти. Но страница все равно работать будет. Вы мне предлагаете понадеяться на... Нет, я не говорю вот про это. Карту и, если что, просто сатану закрыть. Я согласен, наверное, насчет такого монстра. Давай. Так, ну тогда я беру вначале карту. И теперь что делаем? Ну, давайте посмотрим, что там в монстру. Hello, guys. Здравствуйте. Привет. У нас игра идет, которая турнирная. У нас официальная игра, да. Можно вопросик? Что вот, такое? У меня сейчас должна быть официальная игра в 6 часов, но у нас проебался чел. До 6:30 ждете, если он не приходит, то ему техническое поражение засчитывается. Ну, это мы играем. Да, и вы втроем играете. Окей, все понял, давайте, удачи вам. Давай, тебе тоже. То есть только когда на него идешь, да, работать? Ну да, это же не проклят, о чем. Ах, ладно. Я пойду на топ-дек. Если что, убью его, называется. Ох, блин, это, конечно, так отважно. Отважно. Ну а что делать? Уже закрыл. Он лазеришь. Если теряет хоть что-нибудь из этого, это уже вкусно. Да. И тем более, если я его убью, не факт, что он выкинет Абадон, если что. Ну, он тут будет реролить предмет. Он может, чтобы он не выкинул. Страшно. Какой хайрольщик? В ответ на убийство сатаны. Ладно, короче, я кидаю кубик. Давай. Не 5. Прогадай. 5. 2 хп. 2. Ты умираешь. У тебя есть чем ответить? Да, отвечаю 4 центами. Прибавляю 3. Кидываю за смерть 2. Блин. Ой, что-то и нахуй игра какая-то, конечно. Использую Дио. А, нет, стоп, я вначале возьму карточку, естественно. А теперь я использую Дио. Дио, брат, да. 4. Получаешь 4 центра. Трачу наверх колоды. Покупаю позю голову. Понимаю. Ну, иду на смерть. Собственно, ничего страшного. 3. Я увеличиваю до 4 с помощью 20-20. Так, никто вроде ответить не может. Поэтому да. Я должен убить игрока. Я убиваю Азазеля. Получаю смерть. Ты там лишнего шутанул. Слышь, чё? И одно сокровище. А-а-а, интересно. А, кстати, я заряжен. На этом я закончу ход. Я использую козью голову, чтобы сбросить одну карту и взять другую карту. Так, я ничего не разыгрывал еще. Но я вообще не могу, потому что сейчас конец моего хода, да. Да. Заканчиваю ход. Спасибо.
Так. Охренеть. Так. Слушай, я тебе могу зверски, наверное, помочь. Возможно. Я, короче, юзаю инкуба, чтобы подроваться и наверх положить что-нибудь. Никто тебе ответит. А, нет, Лазарь может. В теории. Но ты считай, если поможешь. А, ну, в принципе, да. Если он хаос нажмет, то эту карту получу. Так, там слева направо. Ну, в ответ на это, на хаос можно разыграть карту в случае чего. Ну да. Так что особо много смысла это не имеет. Ложу наверх. Так, чё? Чё? На стану, что ли, пойти? Так, один, пожалуй, я хочу использовать хаос. Игроку слева. Подожди, игроку... Подождите, стоп. Я еще там... Нет, самое, не... У Лилит есть пока что приоритет. Не надо. Да. Так. Первая карта, да? Я тогда сыграю враг. И все, погнали. Парни, я ему бомбу отдаю. Смотрите, что я ему отдаю. Благодарю. Это плохо. Думал, стану. Забери это обратно. Не показывай никому. И так уже все видели. Не все. Нитбой не видел. Ну, поехали. Ну, крутые же карты вообще. Это 6. Это 6. Пода... Это 6. Все забавно, если не честно. А кто сказал 6? А, это, да, у тебя из рака 6. Из рака 6. А кто это сказал? Убью тогда жёлтого. Так, дай подумать. По сути, если я сейчас зареролю рак, то этой шестерки не будет, потому что как бы это пассивка, в которой стаки нету. Ну, можешь попробовать. Да, да. Стоит ли это того? Не стоит. За 20. Ну ты типа сам себе предмет зареролишь. Ты от этого не сказать бы, что много теряешь. Проблема в том, что если Лилит везет, то Лилит убивает стану и выигрывает игру. Амон, вы меня... Если Лилит везет, она не убьет стану. Если мне не везет, я не убиваюсь там. Ну, есть полагаю, пятерка. Окей, в таком случае я использую D20 на козью голову. О. Я использую стеклянную пушку на раке. Так, я бросаю на стеклянную пушку. Бросай. 5. Она уничтожается. А, или она уничтожается, да? Она уничтожается. Окей. Я беру 2 лута. В таком случае сатане просто нанесен 1 урон. Да. Это пятерка. Полагаю, пятерка реролится или нет? Нет, пусть пока бьет. Окей. Ну, если что, я обещал, что несколько, по крайней мере, пятерок не зарероль. Потому что он мне помог. О, бля. А, ну окей. Тогда сыграю 2 цента. Получу 1. Я перезаряжаюсь и беру карту за начало хода. Понял, да? Я тебе неплохо... Ну, столько на кого? Тут выбор хороший. Что я хочу? Я рассчитывал, ну, что это ты, типа, на себе используешь. Тут просто есть два варианта сейчас, что я могу использовать это. Как я могу использовать это? Ну, я вижу... Я разыгрываю первую карту за ход, использую ее на мидбое. У меня 2 цента и 4 добычи. Хорошо. Вах.
Я думал, ты денег захочешь. Деньги были... Деньги были... это хорошо, но добыча, мне кажется, получше будет. Да, в этом случае, кстати, не знаю. Вариант с деньгами, кстати, все еще есть. Серьезно? Да. Ну, решай, что делать. Я, пожалуй, атакую табдек. Зевака. 6. У него 1 хп. 5. Убит. Он умирает. Я получаю 3 цента, у меня 5 центов. Я на этом заканчиваю ход. Вау. Так, ну... Сейчас нужно думать. В принципе, я знаю, там кто следующий лежит. Но сатану нужно накрыть, у него Абадон. Он выиграет игру. Ты, ну, ты, в принципе, пятерки можешь ролить, конечно. Не сказал бы, что это поможет против Лазаря. Не, ну отсрочит у них, конечно. Ну, там есть вот это вот. Оно разряжено пока. А, ну оно зарядится, да, конечно. Бля, но выролить, конечно, это... Её почти нет. Сейчас только вариант, ну тебе, например, его грохнуть. Да, только как, непонятно. Ну как я пытался. Ну, с голой жопой. Там 3 плюс у тебя было, это 4 плюс. Тем более здесь он пятерки ролит. И из боя выводит. Ну, из боя я смогу один раз вывести Лазаря, но... Слушай, может ли это? Я, конечно, могу понадеяться на тебя и накрыть сатану, если ты мне отменишь атаку следующую. Хорошо. Блин, ну, если ты меня обманешь, ты проиграешь вместе со мной. Сатану он убьет. Хорошо. Все, начало хода, я смотрю тогда, что тут. Угу. Блин, я... Прям как будто в первый турнир вернулся во времени. Бывает. Да потому что тут такая тема, что... Командники играют. Еще давать монеты друг другу передавать. А сейчас до этого дойдет, подожди. Я оставляю вот эту карту себе в руки за начало хода. Угу. Там лежит карта. Давай, короче, я на тебя надеюсь. Я иду на твой. У меня залагало, вот. Я вижу. Черный костик вроде, да? Да. Ну, сейчас хочешь отмену или попробуешь его убить? Я даже не хочу пытаться его убивать. Окей. Все, спасибо. Да, первая карта. Я сыграю повешенного. Посмотрю. Интересно. Азазель, а? У тебя есть батарейка? А, батарейки нету. Тогда плохо. Но я могу тебя другим способом спасти еще, если хочешь. Не, мне нужна перезарядка. Перезарядки нету. Заметь, что Библия отменяет только твою атаку. Я в курсе насчет этого. Угу. Перезарядки у меня нет. Так, ну я сверху это оставлю. Ты можешь ее под низ колоды положить, если хочешь. Да, да, я знаю. Это тоже сверху оставлю. Не, подожди, я же тяну две карты, да? Ты две добычи берешь. Да, это тогда под низ. Я правильно сделал. Но если батарейки нету, тогда это надо поднесуть. Ладно, я раскрою тогда. Там была глина, я бы скопировал D20 и разрушил бы D20. Так, теперь я беру две карты.
Блин, для магнита уже поздновато, конечно. Да. Давайте я туда куплю. Блять. Что-то у меня вот чуйка, что там что-то прям хуёвое лежит. Последователей этих привидений не было. Там нет, столько. Еще не было. Какое плохое у меня предчувствие. Давай, давай, там. Темстоун. Я не хочу. Я не хочу. Если я там. Ты можешь еще раз атаковать, Каин. Да, я могу еще раз атаковать, я знаю. Я просто перед этим хочу, может, что-то купить. Встретить привидение, шанс 6 на 134. Давно я таких сложных попал. 3 на 134. Меньше 1% получается. Там треть процента. Ладно, давайте. Если что, это все равно войдет в хроники какие-нибудь. Нет, это оказалось. О, нормально. Хорош. Да я могу атаковать. А, ты уверен? Я не думаю, что ты хочешь атаковать. Паука же можно использовать не только на себя. Да, ты можешь его на чужой ход использовать. И выбрать за него результат. Бы потырить бы. Ну, такое себе на самом деле. Ну, почему такое себе? Нормально? Ну, можешь что-то попробовать. Я наверху знаю, что лежит. И поэтому я могу сюда это положить. Ну, блин, не знаю. Без опаски. Ну, можешь попробовать. Тебе, блин, наверное, выгоднее. И если не будешь у меня красть добычу, то я не буду рулить твои пятерки. Не, я у тебя и не хотел красть. Тут надо у одного человека покрасть. У тебя что-то сильное лежит, я уверен. Но у него, его надо обворовывать. Как сказать? 50 на 50. Блин, слушайте, мне кажется, лучше, чтобы там на него там единичек там поролять. Вот этим вот пауком. Ну, ты можешь и без паука пока что пойти. Ну, а что ему ролять? Я знаю, что сверху лежит, если я не убью короля мух. А здесь некого бить ему, ну, прям, чтобы на него паука нажимать. Ну, конечно, вот это неприятно, но... Костик, он... Я могу помочь тебе, если что, выйти из боя, но из-за этого я не смогу потом Лазарю в случае чего помешать. Так что выбирай. В смысле, сейчас выйти из боя или что? Ну, если ты захочешь войти в бой, я могу сделать так, чтобы ты вышел живым. А, но... Да, особо мне, наверное, это не надо. Ну, конечно, не отказался бы от помощи, но лучше на зеленого прибереги. Там как бы у желтого тоже две души есть. Да, блин, смотреть на меня и на этого парня. Ну, не, это безусловно. На меня и на этого парня. Ты, на не, рандом... ну, ты как бы голый Агнец убил. Да, ты голый убил Агнец. Ну, а шипану нет. Я, Азазель, с повелителем преисподней и Библией не смог его убить. Ну, Библия не помогает в любом случае убить. Ну, все равно. Давайте я пойду на короля мух. Как он дастся мне? Если будешь пятерки ролить, как я сон. Не... Можешь ролить, в принципе. Мне это даже на руку, чтобы я троек больше выкинул. Ты можешь умереть от этого. Ну, умру, так умру. Получил. Тут надо рискованно играть, я считаю. Да, так, подождите, рисковать. Я еще не бросаю этот кубик. Ага. Хоть пока не поздно нажать. Давайте я нажму, и первый кубик я брошу. Очень есть. Зря. Два. Ну, зря так зря. Три. Так, тройка есть уже. Я понимаю, эту тройку выбираешь, да? Ну, сейчас перекидаю, посмотрим. Один, два, три, четыре в чате. Давай пятерку. Эх. Двойка. Так, это тройка, да? Так, я пока что еще ничего не выбрал. А, хорошо. Потому что у тебя есть бум, и ты меня убьешь, если что. Бум. Она не тебя бьет. Она только бонус, да. Она только мобов бьет. У него персонаж заряжен еще. Он сейчас скажет мне роли, да? В любом случае, ты можешь не попасть там, то, что он боится, чтобы ты спер, так что. Ну, он боится. Ему неохота. Ну, давай, я тройку выбираю. Это тройка? А пол. Да. Окей, у кого ты хочешь своровать? Да. А в ответ на это я разыгрываю бомбу, ты умираешь. Ну, или ты предотвращаешь урон каким-либо образом. Не. В ответ на это... Так, одну карту я взял уже. Угу. Так, в ответ на это я... Ну, тебя... И не в него бомбу, пусть стреляет что-то.
Ну, у него, да, у него. Ну, он может хаос заролять, потому что если он нажмет, отдавать все свои карты желтому не очень полезно. Бомбы я уже. Не, я не вижу смысла сейчас его убивать. Вторую карту я, короче, играю. Добавлю себе сразу 3 цента. Это скидываю. Угу. Это... Вот если бы не пошел в атаку. Ну, я тебе сказал, я рискованно сыграл. И, понятное дело, что сейчас это было неправильно. Но если бы я не получил первый урон, то это было бы правильно. Так, ну, я а как беру это? Карту, бросаю на D100. Решил рискованно сыграть. 3 цента. Цента. Насколько я понимаю, скорее всего, в топ-деке монстров нету. В смысле, боссов нету. Не знаю. Ну, неизвестно. Ну, я предполагаю, что Кай не положил бы туда босса для меня. Я бы также на твоем месте подумал. А вот такой пусть будет кубик. В таком случае я иду на рой мух. 5. Можешь ролять. Если я не зароляю, ты обещаешь, что в течение этого хода полностью круга ты не будешь использовать на меня D20? Пока что мне больше хочется себе что-то наролять. Но, ну, говорю, я тебе не буду перераливать этот бросок, если ты не будешь в течение круга на меня D20 использовать. Я не согласен. Тогда давай подумаем. Пускай может перебросит, хотя бы разрядит, может быть, это. А смысл ему это... А, ну, вообще ладно. Он просто вот сразу уничтожит. Ну, не знаю, что-нибудь может случиться. Может, он заролит себе пояс чемпиона, ну, еще раз. Попробовать, наверное, стоит, если он отказывает. Чем разрядить, чем не разрядить. Да, наверное. Перебрасывай тогда. Перебрасываю. Угу. Окей, я хочу использовать идеальное зрение, увеличить это, скажем, до тройки. Так, ответов не слышно. Пойди случайную добычу у игрока. Это я шел на на рой мух, а не на кольцо. А, ты на рой, все, понял. Получаю 5 центов. А, следующий. Интересно. А у них сколько хп? 5? А ты разве убиваешь? Ты его не убиваешь. Да, сорян. Ладно, чтобы не думать, я использовал мистера Бума, чтобы сразу его добить. Чтобы уже не менять ход игры, я покуплю предмет сверху. Ага. Тем более он 5 выролил, если бы ты сказал ему перероливать, он бы добавил себе дальше. Все равно там опция была. Нет, на самом деле, да. Поскольку Рой Мух наносит мне урон... Он бы прибавил себе идеальным зрением. Я, кстати, тоже думал, почему-то ты на кольцо мух идешь, ты сказал на мух. Ты бы все равно прибавил зрением себе. Я шел на Рой Мух. И я хотел, чтобы ее перебросили, потому что при пятерке я умираю от Роя Мух, потому что она наносит урон. Ты и так использовал идеальное зрение, так что нормально. Да, ты пятерки все равно бы, поэтому без разницы. Не, да. Ну да. Я использую первой картой захода кровавленное пение. Я хочу использовать Нет, стоп. Я пока что эффектов не было. Я возвращаюсь, я не хочу его разыгрывать. Я использую Дио на Библии. В смысле, ладно. Дио, не Дио, D20, это не Дио. Ланкард. Окей, предположим. Я теперь... Сразу использую. Хорошо. У меня следующая добыча удвоена. Ой, использование. Тут есть... Блин, нету. По-моему, в пустой карте должен быть написан эффект в этом ходу. Добрый день. Привет. Привет. Ну, у нас тут написано до следующей сыгранной добычи. Тут не указано в следующем ходу. Ну, можно добавить английскую версию, но так все правильно. Следующий раз. Blank card.
Нами, ты хочешь застримить нашу комнату? Нет, я просто хочу напомнить, что Тикджакер должник. Блять, точно, сука. А, Нео, эффект после карты распространяется навсегда, то есть не до конца хода. Сейчас проверим. Разве? Ну... Но тут написано следующие разыгранные карты, а не на в этом ходу. Все правильно. Да, у меня лично на моей английской версии физической написано в этом ходу. Но да, после эффекта, loot card, you play. У вас оригинальные карты лежат на столе. Слева. А, офиша. Там оригинальные карты есть. Понял. Но логично на самом деле, что до конца хода, потому что, ну блин, это будет тупо, если ты просто ходишь... И заряжаешь, и бесконечно удваиваешь следующий эффект. Что за бред вообще? Но странно. Но я лично из того, что нашел, вижу double the effect of the next loot card you play. То есть там не указано this turn. Ну очень странно, почему тот, кто переводил карты, не перевел такую важную часть. Да, это было бы странно. Видимо, это где-то, по-моему, в каком-то из изданий официальной игры это меняли. Возможно, из-за этого не попалось. Но я могу сказать, что в моей физической версии эффект распространяется только на этот ход. Ну, я скинул в Discord, какую карту я нашел. Да, я тоже. Если там. Там. Да, я тоже увидел. Видел это. Знаешь, где ты эту карту нашел? Ты нашел ее на сайте, который не обновлялся с момента Кикстартера. На Reddit. А на Reddit именно с этого сайта. Я прям по качеству вижу. Да. Короче, ну блин, до конца хода. Окей, что за бред вообще? В таком случае, Азазель, ты будешь что-то разыгрывать пока что? Ну, на данный момент тогда нет. А, окей. Тогда она не используется. А, теперь я разыграю... Да. Я разыграю кровавленное пение. И на этом закончу ход. Так, беру карточку. Угу. Хочу сыграть пятачок. Так, и что делать? Так, если... Если тебе нужна инфа, я, в принципе, могу инкуба проюзать красный. Просто возьму и добычу, и тут же положу. А ты так не... А, ты так можешь. Я так... Делаешь, что хочешь. Ты ее даже поменять не сможешь, какой в этом смысл? Да. Поменять не могу. Делай, что хочешь, как бы. А взять отсюда и положить. Можешь лучше посмотреть у зеленого и сказать, что там лежит. А я вот сейчас это я не могу, потому что. Нет, ты можешь посмотреть, но ты можешь посмотреть. И ты можешь украсть, но должен отдать. Ты не должен отдавать. Ты можешь просто посмотреть и сказать у него, что. Ну, Саглы. Ай. Ладно, зеленый, давай показывай. Я тогда покажу всем. Ладно. Неплохо. Алло. Чё, кольцо мух, что ли, идти бить? Давай, кольцо мух. Серьезно. Но оно же тебя может убить. Двойка. Пятерка ранил. Нет, бей. Спасибо. Ну, о, не нажимается нифига. Хорош. Всем спасибо. Бывает, конечно. Второй погибший. Концом твоего хода я использую пустую карту, и за персонажа использую 2 цента, это 4 цента. Окей. Теперь я перезаряжаюсь, беру карту лута, теперь думаем. Я использую пустую карту
использую 4 цента, у меня 17 центов. Я покупаю топ-дек. У меня 7 центов. Я использую мешок с мелочью, у меня 8 центов. Я иду на топ-дек. Я не знаю, что там, кстати. А я сейчас посмотрю, кого я хочу закрыть. Ты можешь открыть, а потом решить, кого надо закрыть. Да, имеет смысл. Да, ну... игра будет очень долго идти. Игра будет очень долго идти, все. Да. Ну потому что ну, я больше факт, ничего я делать не могу. Все, да, хорош... это считается за атаку. Спасибо. Я больше не могу атаковать. Я заканчиваю на этом ход. Я перезаряжаюсь. Ну раз игра долгая будет. Я передаю ход, да. По-другому играть. Ты настолько решил? Ну, а что делать? Тут все говорит о том, что игра долго будет. Я бы так не сказал. Ну ладно. Да я даже. Не, это может, она будет вот... долго. Если три человека скооперировались, то. Ну, а тут проблема в том, что ты сейчас можешь пойти на топ-дек, найти босса с двумя душами и выиграть. Ну, уже ты, два ты из них вышли. Так, одну я... Еще есть, я уже не помню даже. И одну оставил, в общем. Давайте тогда первой картой я сыграю. 2 цента. И завершу ход. Я перезаряжаюсь. Беру карту лута. Использую D100. Что-то не весь перезарядился. А, D20. В смысле 20-20. Не подсказывай. Я получаю одну карту лута. Срок, когда надо, бы про это вспомнил. И я также могу уничтожить предмет этого игрока. Я уничтожу окровавленный... А, ты единицу выбросил, я перезаряжаю мешочек с мелочью и использую его сразу. Окей, я уничтожаю окровавленный пенни и получаю новую карту. Плавильня. Окей. Малтер. Шалочности уже вышло. Полезно знать. Любой урон, который наносится за игроку, наносится слева себя, то есть лилит. Это не имеет большого значения. Ну как? Лилит будет не очень в восторге от такого. Мне очень я приятно. Атакую топ-дек. Вообще по барабану. Атакуй. Ага. Ага, а вот сейчас это интересный, конечно, момент. Так, чё, кого мы сбрасывали из боссов? Парни, вспоминайте быстрее. А, там я кого-то сбрасывал этим. Стивена я сбрасывал только и все. Я там Стивен, изи душа, пиздец. Ну ладно. Больше там никого нету. Ну не скажи, что изи душа. Нет, это изи душа. Единица, него... двойка и шестерка ему сразу нет. Ну еще пятерку переролливает, конечно. Так он заролит себе... Он убивается. Я могу он атаковать верх колоды. Я атакую верх колоды. Давай. Атакуй. Стивен? А жируха еще. Я же скидывал. А, точно. А, подожди. За смерть. 6. Я еще, думал, что полицефал легче. Я думаю, ты ее не убиваешь. Окей, я могу атаковать снова. Я иду атаковать на жируху. 1. Я использую идеальное зрение, увеличиваю это до 3. Окей. Никто не против? Пожалуй, я использую вторую карту. Это бланк руна. После этого я еще сыграю карту. Тройку. 6. Все берут 6 центов. Шестерка. Все берут 6 центов. И теперь в ответ на твою, получается, на твое зрение я кидаю в тебя бомбу. Окей, в ответ на это я использую D20 и уничтожаю Вадон. Окей.
Ты нанес тогда. У Жирухи 3 хп. У Жирухи да. 3 хп. Я продолжаю атаковать Жируху. 4. У нее 2 хп. 2 хп. Продолжаю. 6. 1 хп. Жирухи 1 хп. 2. Она умирает. Я получаю 7 хп. Она умирает. Кто там говорил про долгую игру, кстати? Ну, блядь. Так, раз, я раз. Предметы не покупал. Да, я получил половину через рерол, поэтому я покупаю предмет сверху. Понимаю. Я использую мысленный боб. 1. Перезаряжаю, я использую мысленный боб. 3. Ничего не происходит. Окей, второй картой... Нет, стоп, я разыграл только одну карту, верно? Блати Пенни я давно разыгрывал. Нет, он зарёлся. Да, я не разыгрывал карты. Поэтому второй картой я разыграю обратно. Ключ. Я иду атаковать стоп-дек. Да, походу я ошибся, что игра быстро будет. Так, я не получал урона. Да. А, нет, игра. Я получил урона. Нет, бомба. У тебя одно хп. Да. Опять. Пять, ты перераливаешь. Дай подумать. Хорошо, я перебрасываю. 6. И заканчиваешь. Вот. Вот. Да. Окей, да, я заканчиваю ход. Так, ладно, растапался, подровался. Так, кто у нас добычи много получал в последнее время? Покажи руку, пожалуйста, зеленый. Окей, в ответ на это я разыграю мини-батарейку и перезаряжу 20-20. Угу. Ну. Надо было боб перезаряжать. Да, надо было боб перезарядить. Мисплей. Сгупил. Ну, это... Ищи ошибки, говорится. Окей. Так, сразу рандом купить или потом? Скажет там вообще-то вы ничего я не знаю что там плевать куплю рандом о убивай Стивена и три души уже даже закончить с этим уже хорошо убивай ага если бы это еще было так легко да, я напомню что у Лазаря есть идеальное зрение. Да, он может до шестерки или до двойки довести. Я, кстати, прошляпил. Делай, да. Что хочешь. Да, я понимаю, да. Давай. Я хочу получить. Нападу на топ-дек. Угу. Окей. Вау. Да, я теперь буду Лазаря, наверное, банить. Ева, Лазарь. ты уверен? Я ведь ни разу не умер за эту игру. Лазарю просто захайролило с тем, что да. Лазарь у него может... вначале хорошие слоты упали. Лазарь может стагнировать всю игру, а может вот так вот, типа. Не, это... Он ни разу как бы не умер. Но это стоит... Нет, по-моему, я, может быть, один или два раза умер. Нет, он же... Нет, он умер. Умер точно, там, три раза где-то. Но... Он до 20 почти полностью себя заролил. Какой-нибудь Forgotten, он, ну, мне кажется, слабее, чем тот же Лазарь. Не, Forgotten. С нерфом, может быть. Мне кажется, вот как раз-таки нерф ничего ему не делает. У него просто сама система... Ну да. 5. Еще дополнительная, она не так важна. Бей. Я перероль 5? Не, бей. Да. 3. Кстати, сколько у тебя триник было, Лазарь, за игру? Я вообще одну видел тринку. По-моему, там, я не помню точно.
Но одна или две? Нет. Три. Одно хп. Ну, на Лазаре словить, конечно, D20. Еще и дьявола ни у кого один. Не было. Так, один, один, один. Я перезаряжаю мешочек и использую мешочек. Стоп, погоди, это единица, может быть, еще не разрешена. Ладно. Да, пока нет. Еще нету монетки. Ну, я зародыша сыграю, нанесу урон, допустим, в него, в себя и в зеленого. Окей. Все в зеленого. Монстр расширяется. Монетки не дали, уроды. Так, какого да. Еще? Так, плюс два монстра, я добавлю их сразу. Ой-ой. Падший. Проклятие импульсивности. Да. Все в лазере, все туда. Там еще один должен предмет. Да, быть, да? Тут еще должен появиться вместо проклятия. О, жесть. Ну это как вишенка на торте. Сниму этому столу, блядь. Жесть, конечно, тут. Окей, я сыграю. Как отличка? И завершу ход. В данных условиях. Так, я перезаряжаюсь. Я беру карту за начало хода. Хм. Блин, не люблю, когда все некрасиво. О. Так. Вопрос, что я хочу сделать. Я ускорю твое решение, я использую хаос. Подожди, в ответ на это я сейчас, может быть, что-то использую. Надо подумать немножко. А, перед тем, как я использую хаос, я, разумеется, сплавлю... Ой, прошу прощения. Фак, у меня мышка немножко... Пассивная агрессия. Да. За да. Такое обычно удаляют из игры. Реально, реально. Ну, одну душу снять надо за это. Да, согласен. И проклятие ставить. Да-да-да. Ладно, я тогда использую пустую карту на пенни. У меня 17 монет. Остальное забирай, Каин. Тебе там хорошая карта упала. Так, он нажал хаос? Да. Сорян, я... Бля, как я этот момент проебал? Я покупаю карту с этого дек. Но ребята, хотите еще затянуть игру? Ну, я же говорю про логи. Я все-таки прав или не прав, я не понимаю. Бля, тогда я возьму магнит, если долго игра будет. Не-не-не. Так, у меня 7 монет. У меня 8 монет из-за мешочка. Мешочек это важно. Мешочек это важно. Вот этот, блин, капец. Пока он себя не окупит, блядь, хуй он вообще из игры уйдет. Хотел и душу отнять, вот отнимай. Пока рано еще отнимать. Рано. В ответ на убийство моба он может. А пока... Да, я могу просто... Или в ответ просто на D20 я лишать. Могу его использовать. Да-да-да, просто так себя души лишать, бля, это, конечно, мое почтение. Давай пойдем на топ-дек. А, закрой его. Да. Пожалуй, вот... Ну, хотя Стивен, да. Пусть будет открытым. Шестерка. У него 2 хп. Один. Единица. И я получаю один урон. Перезаряжаю мешок. Использую мешок. Я могу переродить один из твоих предметов. Так, я хочу переролить. Я сразу же использую «Забудь меня», если ты переролишь меня. Подожди, пускай скажет, что он переролит потом. Я хочу переролить страницу. Я сразу же использую «Забудь меня», если ты ее переролишь. Я реролю недостающую страницу. Хотя, ладно, пусть пока останется. Пускай останется. На его убийство моба нажмешь, потому что сейчас... Ну ладно. Выиграет, и у тебя с одной душой... Ой, с нуля душами потом... Завершишь игру. Ну и я тоже. Так, у меня 1 хп, у него 2 хп на возне. А нет, у него на возне... Не, у него... Возне умер. Хп. Вот сейчас ты убил его. На возне умер, я кидаю кубик. 2. На награду я получаю 2 цента. На возне умирает. Ход заканчивается.
Да, столько я это морозил, бля. Ладно. Так, ну ловкость. Это хорошая карта. Ловкость рук идет к делу. Смотреть мобов, это просто, мне кажется. Мне кажется, мобов. А почему тебе так кажется? Мне кажется, мобов. Ну смотри, я не хочу вообще на этом ходу атаковать. Я могу. Зато мы можем сделать так, что ты закроешь Стивена, и я отменю твою атаку. Вот этот товарищ хочет атаковать. Ну тогда мне не обязательно смотреть, что там. Я могу просто пойти и... А, ну типа замешать, чтобы души не было. Да. Бля, ну я очень хочу себе взять лут какой-нибудь хороший. Помимо того, что ты мне дал. Потому что, что там в игре еще осталось? Солнце давно сыграло уже? Да. Солнце, да. Тут сразу на меня. Это, кстати, одна из первых карт. Вначале это пиздец, Миша. Ребят, игра полтора часа уже идет. Да, давайте хватит обсуждать, как меня душить. И просто мысли хватит. Душить. Да, смысле хватит. Мысли хватит. Нет, вы можете меня душить, но хватит говорить о том, чтобы меня душить. Это психологическое давление, все нормально. Да. Лучше закрыть. Понимаешь, Мидбой, прими свое поражение с тремя душами, мы мирно разойдемся. Да, а вы все четыре души? Ну, мы потом решим. Потом. Мы тебе оставим три души, так уж и да, быть. Все. Давай, дешай, Кань, что ты там делаешь? Тут подаст на кибербуллинг, вы что, одумаетесь? Ну что, посмотреть это... Я бы порекомендовал тебе. Но этот товарищ хочет атаковать в целом. Ты меня выведешь из боя, говоришь? Да. Ну давай тогда смотрю, ладно, похуй. Только я смотрю, это карту. Так. Ого, ну да. Ну ладно. Блин, бритву, конечно, каждому запороть может. Все. Слушай, у меня планы поменялись. Можешь выводить меня, можешь не выводить. Я иду на тот дек. Нет, сначала я куплю предмет. О! Бесплатно со скидкой. Да-да. На разгон тупо. На разгон. Игра долгая будет, ребят. Да-да-да. Надо. Я сейчас потом могу вообще на разгон. Так. Теперь я еще ничего не взял, иду на топ-дек. Можешь меня выводить, в принципе, мне пофиг. Ой. Ты просто ты и так душу скинешь, бля. Я не хочу с нуля душ совершать игру. Я пойду на лень. Ты эту душу подаришь сейчас медбою. Не, я. Ну, если подарю, то игра быстро закончится. Пять. Нанес? Два. Хакину пять. У меня аж это плохо стало. Бывает. Шесть. Шесть. Ой, блин, этот мультик. Ладно, живи. Ладно, спасибо. Ты, кстати, пятерку мне не переролил, да? Еще а, и я не могу. Я не могу переролить пятерку больше. В ответ, короче, на это... Вместо этого я считаю 3 цента. Угу. Первая карта заход. Да. А, парни, что второй юзать, как думаете? Мага. Да, и менять на единицу и умирать. Маг. Да. Ну, в принципе, да, звучит логично. Так, это я... Все, сбрасываю, короче, сейчас беру его. Угу. У меня, кстати, пингует жесть, парни, я что сделать не могу. Я тебе поместил в слот. И это сбрось, пожалуйста, так, чтобы маг лежал внизу. Все, сбросил. Все, спасибо, цент. Начисли тебе. Почему я ничего не могу делать? Все, в общем, у тебя пинг. Да, сейчас, парни, отлагаю. Ты кликаешь прям в пинг. Так, все вроде отлагало. Завершаю ход. Хотя бы с одной душой закончить игру уже неплохо будет. У нас заиграл, боже. Я покупаю предмет сверху. О, сак. Я посмотрю, что там сверху монстров.
Игра такая, потому что нормальные игроки играют. Я сброшу это. Нет, я это оставлю, да? Под Стивеном что-нибудь есть? Под Стивеном Evil Twin. Окей, пусть остается. Блин, ну нельзя же так смотреть. Можно, чего бы нельзя? Можно. Ну, это иду... сложно назвать сиброском было. Да, я еще просто думаю. Я использую D100. Шесть. Я получаю дополнительный урон. А за что? И получаешь урон. Я получаю один урон. А, нет, стоп. В ответ на это я использую D20 и уничтожаю мамину бритву. Блин, ну спасибо. Ну, кстати, спасибо большое. Ты мне и не убил. А они разрешаются, когда покидают игру? А, активки нет, пассивки не должны. Может, лучше уточнить у судей? Ну, по сути, потому что я использую это в ответ на шестерку, поэтому бросок, пассивки не существует в игре, когда бросок произошел. Ну, по идее, все правильно. Так. По идее, он не должен получиться, да. У меня, соответственно, просто два урона, и я иду на Стивена. Да-да-да, все правильно. Блять, ну D100, конечно, на лазере это мы... Да. Три. Я наношу ему два урона. У него два осталось два хп. Давай, будь наготове. Пальцы на курке держи. Я сам не хочу с нулем душ заканчивать, ребят. Один. В ответ на это я использую конъюнктивит. Получаю один урон и наношу один урон Стиву. Нет, ты не... Эта атака не проходит. Нет, дай ему получить урон, все правильно, не надо, не надо. Он не убьет его, он один урон ему только нанесет. Он убьет его мистером Бумом прямо сейчас. Да, правильно. Этой атаки не существует. Окей, хорошо, у меня 2 хп, я продолжаю атаковать Стивена. 5. Он умирает? Ну да. Он умирает, но все сбрасывают душу. Эх, хорошо игра идет. Так, подождите, важно, ну, не особо, конечно, но давайте, сначала, так, желтый, зеленый я сбрасываю. А, я сброшу чего угодно. Нет, активный игрок, активный, поэтому желтый, красный, синий. Я скинул. Ты скидывай душу. А, ты скинул, теперь ты красный. И теперь я. Я получаю так, Стивен. И Forget Me Now уничтожается. Я получаю сокровище со Стивена. О, Shiny Rock. Раз, два, три, глава смерти четыре. Умирает. Да, ты получаешь одну добычу. Парни, давайте, короче, мидбой, у тебя больше не может быть. У тебя все, слоты закончились, куда? Ага. Нельзя тебе больше сокровищ. Так, что мы еще сделаем? Мидбой, давай ты мне дашь 3 души, и мы спокойно разойдемся. Не, я не хочу. Я разыгрывал конъюнктивит. Ты разыграл его, да. В таком случае я брошу масляной боб. 6. О. Перезаряжаю, использую масляной боб. Масляной боб. Давай на единицу уже. Два. Я бы хотел единицу. Рок должен тебя купить вообще-то. Кстати, с Shiny Rock'а действительно я 3 раза бросил. Это уже забытый эффект. Ты уже 3 раза бросил. Если бы бросил один, было бы еще нормально. Так что можешь за последний только добавить. Я только 1 цент. Да, за последний. Так, я разыграл одну карту, я плавлю пятак. Два лишних пениса не дают получить. Да, ужасно. Вот бы их напихать в рот битбою. Я закончу ход. В этой игре я уже напихался. А себе. Может быть и нет. На меня посмотри, я с нулем душ. Так у тебя я хотя использую... бы шмот есть, вот это... Какая разница, если я закончу без душ? Я использую вторую карту отшельника. Посмотрю на 5 карт. Мы с тобой еще встретимся в нижней сетке. Тогда уж поговорим по-серьезному. Да знаешь, это не очень круто будет. Ну, а что делать? Ну, предлагай что-нибудь. Как нам выиграть обоим желательно? Все, что я хочу, это 3 души.
Если вы мне дадите 3 души, я буду счастлив. Я даже на победу не... Ну, мне все равно уже на победу. Просто хочу 3 души. Я это... Я не помню, когда именно, но мне тоже уже особо... Особо весело уже не было. Предложение все еще в силе. Ты побеждаешь, и мы получаем по 3 души. Парни, сейчас я перезайду, у меня с мидбоем коннектинг пиздец, конечно, мы выпустим. А, вижу. Там 990. Мидбой, предложение все еще в силе. Ты побеждаешь прямо сейчас, и мы получаем по 3 души. А, нет, теперь я не согласен. В данный момент я нахожусь скорее ближе к победе, чем все остальные. Мы тебе до этого еще предлагали это. А я это, тогда сейчас не был уверен. Ближе к победе, чем мы все. Бля, у меня теперь стол сломался. Ну что? Я твои предметы, кстати, не вижу. Держись можешь, как-то. Можешь сохранить и перезапустить, пожалуйста. У меня. Я вам просто по приколу принскрин скину. Так, напомните, каким образом сохранять? Escape, escape game. Там. Ну, у меня тут resume game. Games нажми, и там сейф будет. Сейф лот. Просто нажать на сейф? Да, и у тебя сохранится это. Надеюсь, ничего не сломается. Сейф. Запринскриньте, если что, чтобы вас создать. Хотя, блядь, мы не посадим, там столько его сбросил. Так, насколько я понимаю, это вот этот будет последний. А, да. Если что, я скинул, как у меня стол выглядит. Окей, я попытаюсь сейчас зарядить. Это автосейф, а вот это должен быть настоящий сейф. Окей, я заряжаю. Так. Вроде живые. Ах, вот все, сейчас все уже хорошо. Окей. Вроде нормально. Так, мой ход, да? У меня тут все нормально. Жаловаться не на что. Полифем, конечно, немножко раздражает. Ну. Ты, кстати, это. А? 6 плюс на падшем. Должен ли он вот это все сейчас заворачивать говно? А, ну да, он обязан. Я надеялся, что я смогу сделать токсическое забывание правил, но окей. Токсическое забывание правил из-за перезагрузки стола. Такое не ценится. За такое душу отбирают. Согласен. Ну, чтобы было по-честному, одна душа золотому, красному, синему, я считаю. Да, раздай все свои души нам. И начинаем заново. Не, я готов переиграть, парни. Я тоже. Так, ребята, 3 человека за переигровку, мне кажется, мы переигрываем. У нас же все-таки демократия. Заберете падшего, да? Мы никак не можем его убрать. Нет, я имею в виду, забрать можете, нет? Нет. Так. Я просто хочу вот на этих пойти, но, блин, я могу... Да, конечно, уже какая разница, можешь на кого угодно идти. Уже, блядь. Вот что делать. Если ты идешь на Рой Мух, то, ну, ты можешь пойти на него спокойно, а падший в любом случае как бы... Все еще существует как бы связка, где Каин атакует кого-то, а Ласель просто вывозит его из боя. Все еще существует связка того, что падший 6+, для элит. Ну да. Да. Еще существует связка, что желтый, красный, синий слот против одного зеленого. Вот эта связка тоже самая сильная в игре пока что. Ну, знаешь, пока что не особо помогает. Ну, блядь, мы хоть что-то делаем. Не, если бы мы не кооперировались, он бы выиграл уже ходов. Да, да, я по итогу сижу с нулем душ. Поэтому хватит обсуждать, пожалуйста, работайте. Что, я нападаю на войну? Один. А мы специально тебе на нервы капаем, чтобы... Так, ты делаешь что-нибудь? Так, я перезаряжаю мешочек, использую. Я могу перезарядить, я могу уничтожить один из твоих предметов и заменить на новый. Говорит, мидбой? Да. Я не хочу эпичного зародыша здесь видеть. Не хочешь эпичного зародыша видеть? Дай тогда подумать. Ну окей, давай, парироллина. Пост. Mm-hmm. О, это хорошо. Продолжается атака. Можно зеленым замешивать монетки, ура! 6.
Были бы у нас еще эти монетки, но ты его убил. Она умирает. Да. Еще три монеты, там еще что-то. Там муха. Там муха. Я следующее тоже знаю, что там. Я может. Муха, я муха. А, подскажи, там душа или нет? Нет, там не душа. Дайте душу, пожалуйста. Ребята, одолжите душу, пожалуйста. Бля, ребята, я, конечно, все понимаю. Вы там обживаетесь? Братва навеки навсегда. У вас хотя бы по душе есть. Красный, переведи две монеты, я куплю могилу, пожалуйста. Ну, пока еще рано. У меня нет две. Ну да, на своем ходу переотправь. Чисто перечисли, пожалуйста. Прости, используй руку и возьми себе 2 цента из колоды вот. Так. Не, не, это не интересно. Я заюзаю инкуба. Я ему помог, я ему сказал, что в топ-деке. Я хочу скромную цену. Ребят, я юзаю инкуба, типа, в режиме подроваться и вернуть. Окей. А давай. Почему на руку игрока я решил не посмотреть? Ну, реально. На чью? На чью? В смысле, а почему ты берешь две карты? Я он одну взял. У меня была одна. И он может сейчас выбрать, какую бросить. Угу. Он не разыграл еще ничего. Не сбросить, а на топ-дек положить. Ну, сбросить классически, да. Рань, господи. Рань вообще. Ладно, может, не пригодится. Это игра... монетка или две монетки? Там нет, там монетами не пахло. Так. Ты хочешь взять добычу вот отсюда? Я тебя могу организовать. Не уверен. Хотя... Ну, у тебя 10 голды, ты можешь купить что-нибудь полезное. Карта, которая наверху колоды, хорошо синергирует с бан-картой или нет? Вообще нет. Ой, боже. Она почти ни с чем не синергирует. А карта хорошая или нет? Нет. Ну, как сказать? Ну, скорее нет, все-таки. Значит, давай тогда отшельника, ладно. Так, окей, тогда я заканчиваю ход, и перед началом твоего хода я юзаю компост, бери вот отсюда. Перезаряжаюсь, беру. Вкусно. Я, кстати, если... Там был вроде в правилах файл, как да, он да, работает. Да, по-моему, там есть, в английском. Да, есть. Вот, прямо, как раз... У тебя там руки. Это следующая так. Страница. Хермит, положи, посмотри на 10, посмотри 2. И, ну, точнее, посмотри 10, положи наверх 2. Да, посмотри 10 и наверх 2 положишь. Остальные вниз. Пожалуй, так и сделаем. Ну все, если сейчас выйдет типа там карта хаоса или план С, то... И все. Самое смешное, что ими тут даже не пахнет. Окей. Чем там пахнет? Никому на этом не пахнет. Тут реально прямо все печально очень. Ну, 8 карт идут вниз, так что. Каин, я тебе так скажу, что ты не хочешь покупать следующий таб. Ну. А у меня есть, только дай 2 монеты, я куплю магнит, пожалуйста. И магниты тоже не хочешь покупать. Я передам тебе 2 монеты, но ты не хочешь покупать магнит. А, там она выйдет. И топ-дек не хочешь покупать. А ты хочешь, чтобы это как-то попало мидбою, да? А, не факт. Я просто тебе говорю, что именно ты не хочешь этого. Ну а зачем тогда мне 2 монеты? Тогда и 2 монеты не надо. Блин, ну я вообще хочу что-то купить. Я не хочу голожопым сидеть со скидкой. Может быть, все-таки это куда-нибудь запихаешь подальше. Я хочу купить очень сильно. И хочу твои 2 монеты. Потому что первую карту я хочу сам купить, в принципе. Ну так покупай. Вторую хотелось бы оставить тоже. В колоде. Да, слушайте, ну вы... Но если ты ее оставишь, ее возьмут мидбой. У меня нету монет, чтобы, блядь, даже с магазина купить.
Если ты мне перечислишь две, то я хотя бы с магазина смогу купить. Если я... Слушайте, именно факт того, можете... что... Ладно. Ребят. Лучше купи самую сильную там шмотку, остальные все в жопу. Ребят, слушайте, играйте, короче, как хотите. Эту штуку синий использует еще раз. Ты... Так что, ему две монеты, ничего страшного, не помешает. Ну, он только одну. У меня перс заряжен еще. А можно вот это не надо? Чего? Он а только одну положит наверх. А, у тебя... Ты еще ладно, раз у тебя есть рука, слушай, то ладно. Слушай, ебать, пиздец, прикиньте. Походу, это первый раз так может сыграть. Если ты используешь... Я посмотрю, да? Колоду. Она поднес сброс... колоды. Я колоду сброса посмотрю рукой и возьму со сброса там... Ой, как ее там собрать правильно? На G. Выделить G. G нажать. Все. Надеюсь, ты там что-нибудь замешал сильное, чтобы не попало это мидбой. Ну ты это максимально контролируешь. Так, ну я покупаю. У меня две монеты. Можно две монеты, пожалуйста? Забирай. Спасибо. Okay. Только в начале хода обязательно используй руку на сокровище. А зачем? Ну ты купишь магнит, чтобы это все осталось в стардеке. Мешать просто сверху осталось. А зачем ты это оставил сверху тогда, чтобы мне замешивать? Я хочу это оставить наверху. Но он может мне компостом замешать, и я даже руку не буду применять. Если он это сделает, конечно. Так. Я сделаю. Ну вот смотри на твое усмотрение. Куда лезешь? Тут вопрос в том, что ты хочешь тоже, чтобы это осталось там. То, что там лежит, я не знаю, что там, я не знаю, хочу я это или нет. Я просто не хочу, чтобы оно осталось там. Я не хочу, чтобы что-то сильное мидбою попало. Ты хочешь, чтобы оно осталось там? Может это все, быть, что я могу сказать. Ассасель будет играть свой ход? Нет. Тебе кажется. Ты сам отдавал 100 рублей и знал, на что идешь. Ладно. Я атакую топ-дек. Я же говорил, что там я говорил, ты забыл, походу уже. Разницы никакой. Я получаю монетку. Брейск уходит в сброс. Хотя, в принципе, стоило на Костика, наверное, атаковать. Ладно. А подожди, в конце твоего хода я заперсаю за батарею. Да. Гениально. Ладно, так. Не, юзай компост. Ты хочешь? Кайн хочет батарейку? Не, я могу нажать ловкость рук, посмотреть и замешать наверх. Но просто зачем это делать? Это ловкость рук со сбросом не работает. А почему? Это колода. Колода сброс. Я нигде такого не слышал. Нет. Я почти уверен, что она не работает. Я ни разу не видел. Она не работает, она, да. Она работала, потому что до этого ситуации просто не было, может. А может, давайте перегонем судью без проблем. Окей. Типа, это посмотри только... три верхние карты колоды. Ну я просто не хочу этого делать, нахуя. Типа есть колоды, да. Есть колода сброса. Не вылезай компост. Но это колода, здесь написано любой колоды. Окей. Давайте пингонем, блин, судью. Угу. В чем проблема-то, ребят? Ну, я не хочу это делать, можешь не пинговать. Я не буду это делать. Мне кажется, это бред. Тогда, ну что, это они не играют в фигню. Ну, мне кажется, просто такой ситуации не было. Сомневаюсь, она бы вылезла с Евой и подобным. Просто. Да, мне кажется, это бред. Не, типа, ловкость рук так не работает. А, ну, я, кстати, тоже подумал, что с Евой должно было бы это. С Евой обычно ломают ей колоду обычную, но вот это не трогает. Может, кто-то на это не то, что не догадывался, а не думал даже об этом. Но это все равно интересно, надо бы спросить, что думает об этом. Окей, там разыгрывается, но полагаю, что ты в любом случае это не делаешь, сейчас что-то делаешь другое, да? Я не хочу. Короче, единственное, что я хочу, чтобы он не нажимал компост сейчас на меня. Все, больше ничего не хочу. Я случайно не туда нажал. Прошу прощения. Давай. Но сейчас компост он не может это использовать, потому что он разряжен. Ну я знаю, но он батарейку. Я сам-то не разряжен. Ничего. Да.
херню передумал играть. Так, все, тогда мой ход начинается? Думаю, да. Тогда начинается мой ход. Ты говорил мне замешивай. Ой, то есть замешать, да, тогда что-то? А, ловкость рук использую туда. А мне интересно, почему ты, блядь, это не скинул, заставляешь мне это замешивать? Использую ловкость рук. Ладно, у меня денег нету. Так, тогда я сперва возьму карту. Что, теперь использую. Ну, вижу, что ты... Это, и чё? Ну, всё равно, оставляй. А нахуя тогда нажму? Чтобы магнит купить. Всё, я понял. А, я теперь понял. Бля, я дебил, извиняюсь. Я понял, что ты хотел, и я дебил. Да-да. Так, это подниз. Сюда. Сюда. Слушай, ну ты... Бля. Слушай, у меня сейчас дилемма. Я очень хочу тебе в ЛС написать. Просто чтобы не слышал. Чтобы не больно слышишь. Это не будет иметь значения. У меня типа, у меня гарантированный ролл, гарантированная покупка и гарантированный, ну, точнее, потенциальный ролл. Неважно, неважно. Неважно. Типа, серьезно. Неважно. Просто купить автомат, и тогда это надо еще ниже класть. Купи автомат и передай, пусть мы двое купят автомат и будем передавать по кругу. Шмотки, чтобы получить каждому по три души, и битбой выиграет. Я ничего не смотрел, я случайно мискликнул, сорян. Я, короче, тогда просто поменяю местами еще одну. Блядь, ну это пиздец, конечно, порнуха. Ладно. А, и, ну да, и плюс у меня гарантированная проверка с помощью мешка на голову. Да. Бля, тогда как мешать? У него столько вариантов, это невозможно. Никак. Вот... Никак. Зачем? Просто забейте на это и делайте что-нибудь полезное. Эти карты, закинь и все. Все, короче, я закинул ее третий. Сейчас вот вылезет эта хуйня, там еще сверху будет. А я тебя обманул, я второй закинул, что ты его хукаешь. Я обманул. Так, теперь что делаем? Мне надо кого-то атаковать и сдохнуть. А то хули. Он настолько душит, что это уже не важно. Уже не важно, да. Тут уже интерес в другом игра. Сначала у меня было выиграть, потом закончить с максимальным количеством душ. А теперь у меня вообще, я даже не понимаю, что я хочу. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы одну душу. Ладно, уже три, хотя бы одну. Не хочу с нулем заканчивать. Надо потом посчитать, сколько душ за всю игру повыбрасываем. Так. 4, 5. 5 душ. Еще и у тебя может быть, но это еще может быть. Это... Мне кажется, жестче этой игры в плане накаленности за весь турнир не будет. Да, мне кажется, но это игра не накаленная, она просто очень долгая без какой-либо причины. Нет, причина есть, это ты. В смысле, причина есть, это ты. Да, но она не настолько длинная должна быть. Проверяй, что там. Нет, она должна, она ничего никому не должна. Это во-первых, конечно. Это я смотрю, я не положил это слот. Накрываю теперь... ну, блядь, вдруг он его убьет как-нибудь. А я вдруг умру. Ну, в принципе, что было? Один, я могу что-то у тебя зареролить, но я, пожалуй, это сделаю. Я хочу, чтобы ты убрал распродажу. Подожди, стоп. Хочешь, я могу переролить единичку. Хорошо. Синий. Перебрось? Если хочешь, можешь перебросить. Ну, это не я хочу, это ты хочешь. Ты хочешь, чтобы говорит, я... Ты хочешь можно... перебросить? Ну да. Перебрасывай. Потому что... Негоже умирать. Перебрасывай. Перебросить. Можно, да? А, кстати... А, или подожди. Все. Ну, это не работает же. Ну, в этот раз... Это не работает. Но я перебрасываю это образование. Да, это не работает. Перебрасывай. Ты хочешь, чтобы я открыл это, ладно. Два. Ты получаешь два. Я открыл. У кого есть еще переброс? Можно перебросить? Ну, есть я у... Хочу на тебя, тратить на тебя. Я хочу. Все, этот, я дальше, не надо ему тратить. В смысле, у переброски атаки на два он наносит себе дополнительно один урон. Ты сейчас... Ты умер, да. Ты умираешь. Да. Ну, тогда этого броска еще не было, сорян, я просто затупил. Угу. Я тогда в ответ на вот эту двойку играю пилюлю. Угу. Один. Нанеси один урон игроку. Единица.
Можешь перебросить. Можешь. А, я перебросил. Опять на получается. Получи урон. Ну-ка. Да бля. Ну ладно. Бывает. Когда-нибудь мешочек окупится. Когда-нибудь я обязательно выживу. Не, кстати, он почти окупился. Такс, я перезаряжаюсь. Пускай просто победит все. Карту я принимаю. Я хочу, дайте мне душу хотя бы, пожалуйста. Я не хочу без душ заканчивать. Ой. Ау. Тебя 6 монет должно быть. Да, я не могу. А? У меня глюк. У тебя, кажется, это с твоей стороны, мне кажется. Так, стоп. Да, у меня что-то не могу, все. Так, геймс, я сохраню. Подожди, ты ее, может быть, залочил. Вообще, мне кажется, из-за этого надо переигрывать. Что-то непорядок. Нет, у меня просто у меня куча постоянно... у меня постоянно что-то не работает. Постоянно влетает ошибки. Нет, все, переигрываем игру, парни, давайте. Я перезвучу стол. Переигрываем игру. Уже столько раз должны были игру переиграть. Да, реально. Что-то не так. Столько нарушений было. А где монеты? Да, а где душ? Нет. Я перезаряжу еще раз. Медбой сломал стол. Да, стола нету. Ну, мне кажется, это явный повод переигровки. Да, я согласен полностью. А, все. У вас появились монеты? Да. Да. Окей, хорошо. А, нет, не появились. Надо это переиграть. Появились, нет. Подожди, ты же купил. Нет, ты вот это вот сверху. Ты купила. Она еще наверху. А, блин, я не увидел. Да. Окей. А такое грубое нарушение, минус душа. Да, это как бы считаю, да. Так, я использую мешок на голову и смотрю на монстра сверху. Да блин. Господи, мышка. Спас кубик. Лилит. Я иду на просто булит уже всех подряд. Я сейчас возьму как щелчок. А, ну все. Это конец, ребят. Не факт. Я с нулем душ. Ну, в смысле, не факт. Ну, блин, тут просто один. Пиздец. Я использую священное сердце. Подожди, он может тебе сказать, что ты перебросил? Или это у тебя приоритет? Я не помню, каким образом разрешается стэк в данной ситуации. По идее, сначала активный, потом неактивный. Разрешается первый в обратном порядке. То есть я перебрасываю вместо шестерки. Да, ты перебрасываешь. Хорошо. Эта игра должна еще час идти. Один. Опять перебрасываешь. Хорошо. Кстати, хорошо. 5. Окей, этот урон проходит. Кстати, я использую D100 в ответ на эту пятерку. 3. Получает 3 цента, а 2 отдается Кайну. Окей, пятерка наносит Сагриду один урон. Мы в курсе, что мы проебали, что он этот разряжается. А, так я разряжался, когда нужно было. Он разряжался. Да, я ему там. Разряжался, ну, потому что ты что-то на мой ход говорил, что ты заролишь мне что-нибудь. Это ГБ баг. Да, это баг. Он пассивка. Все, извиняюсь, я просто из-за этого и подумал. Sorry. 6. Перераливаешь. Хорошо. Ну, то есть, да, я снова атакую Грида. 5. У него 1 хп. Ну, все. Ну, это уже проиграли. Да, 5. Ну ладно, мне все равно игра очень понравилась. Хороший день. Давайте хотя бы нам засчитаем души с этим. Таблеткой, потому что это грустно. Это грустно, но... Это грустно, но... Если бы вы закончили игру на той душе, то у вас у всех был бы по душам. И по 2 тоже. Мы тебе предлагали намного раньше закончить эту игру одним простым движением. И да. Я отказался, и это меня выставило вперед. Да ладно, парни, спасибо. Бля, охуенная игра была. Так, хорошо. Я сейчас пишу тогда. Подождите, вообще пожалуйста. Вообще нет. Я хочу написать. Так, итоги. Напишу себе в ачивке. Убил. Я за принципе. Ачивки умер на всех первых боссах. После чего ничего, ну, вообще ничего не смог сделать. Красный ноль. Мне тоже на Агнеса не повезло. Правда, мне вначале повезло. Но я еще думаю, блядь, сбросил миллион душ, блядь. Суд сверху колоды будет, блядь. А в итоге и суд, и солнце, блядь. Ну, блядь, мое почтение. У него, блядь, еще сокровище. Он еще сыграл сокровище до того, как умер. То есть,
Это я подумал, что зачем это делать, а в итоге-то получилось, блядь, как получилось. Так, а желтая одна душа, да? Угу. Окей, значит, у нас... А, стоп, у синего тоже одна. Окей, значит, да. Я уже почти всем, кроме себя, половину написал. У меня три души. Так, итоги пятого стола. Красный 0, синий 1, зеленый 4, желтый 1. Ну, можешь мне 3 написать. Ага. Мне 3 написать, я не против. Окей. Я тоже не против. Все. Блять, я после этой игры пойду в текеником тебе ебальник набью. Окей, полагаю, это все. Я выключаю. Всем спасибо если за игру. Прошу прощения за тилт. Да. Нет, тебе вообще... Тебя никто не простит после этой игры. Понимаю. Только бог. Окей. Не, я говорил, медбой стоит бояться. Ну, блять, тут любого игрока бы с таким стартом стоило бы бояться. Тут как бы стоит упомянуть, что там реально старт был. Мы просто из-за того, что более-менее хорошо играли, мы его можно обсуждать просто. У нас просто не было шансов его достаточно замедлить. Я скорее всего выложу это на YouTube, поэтому у вас есть какие-то финальные слова для полтора человека, который посмотрит это видео? Я и не мешал колоду монстров, все. Я хочу сказать этому ебаному Абэме, блядь. Не, ну это не смешно. Считаю такие игры несправедливыми. Это нечестно. Ну не, я согласен, что победа полностью нечестная. Я вообще за переигровку. Полностью согласен, поддерживаю. Ну смотрите, два голоса уже есть. Энчанс. Чувак, еще одну за переигровку или нет? Я за, мне нравится эта игра. Всем спасибо, все свободны. Я останавливаю запись.